Добрий вечір, це тема дня. В студії Аннета Рашевська. Ми з вами зустрічаємось напередодні дня, коли за давньою традицією люди поминають своїх близьких і сродників і відвідують кладовища. Тому і тема нашого сьогоднішнього ефіру – стан миколаївських цвинтарів в контексті підготовки до поминальної неділі. Я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 47 74 72. Якщо у вас є питання, телефонуйте. А гості нашої студії – заступник Миколаївського міського голови Юрій Степанець та директор комунального підприємства «Миколаївська ритуальна служба» Михайло Трофанюк. Шановні наші гості, добрий вечір. Добрий вечір. Ми з вами зустрічаємось напередодні такого дня, коли у неділю люди поїдуть до кладовищ, щоб поминати своїх померлих близьких. І, будь ласка, звичайно, що перше моє питання – в якому стані знаходяться на сьогоднішній день миколаївські цвинтари і взагалі скільки їх? Будь ласка, хто перший? Давайте я почну. На сьогоднішній день в місті Миколаїві 14 кладбищ. Большая работа проделана по приведению в порядок территории наших кладбищ к поминальным дням. Михаил Анатольевич более подробно расскажет, какая там была задействована техника, какая сила. Так, вкратце скажу, что порядка около 100 единиц рабочей силы было задействовано на уборке территории кладбища. Десятки единиц техники, это и самосвалы, и погрузчики, там, и трактора. Еще раз скажу, Михаил Анатольевич более подробно расскажет, как организовалась работа, как он там определял бригады, как они чистили кладбище, убирали там. В целом за последнюю неделю у нас вывезено, чтобы вы понимали, больше 200 кубов мусора только с кладбищ было. Естественно, эта работа не заканчивается. Так кладбища были так завалены сміттям? Ну, мы прекрасно понимаем, что все люди сознательные, они обычно едут накануне поминальных дней на кладбище, наводят порядки на могилках. Естественно, надо где-то этот мусор складировать, выбрасывать. Уже задача коммунального предприятия нашего этот мусор вывести, убрать, текущие, которые там нагромождаются. Там. Работали люди целыми днями без выходных. Я так понимаю, что еще и ночью сегодня будут работать. Завтра будут всю ночь работать, да, люди. Вкратце скажу, что также, кроме уборки кладбища, естественно, мы попытались привести дороги в более-менее проезжаемое состояние. Был выполнен ямочный ремонт. К Новоматвеевскому кладбищу вообще была сделана дорога практически новая. Единственное, что там так называемый белый асфальт. То есть она не асфальтирована, мы загридовали ее, засыпали щебнем, естественно, на основе там, битум заровняли все это называется белый асфальт. И также привели в порядок центральную часть кладбища Новоматвеевского, там заасфальтировали окрошками. Единственная просьба там, к нашим горожанам, особенно это касается Новоматвеевского кладбища, понятно, что все хотят поближе подъехать к могилам, там, этот асфальт не предусмотрен для того, что там ездили постоянно машины, и особенно тяжелые машины. Поэтому, если вы хотите сохранить, чтобы она более-менее была нормально проезжаема, то машинами не заезжайте. Там есть большая площадка перед Новоматвеевским кладбищем, где можно ставить машины. Там не такое на большое, можно пешком. И легковушкам важко тут? Не, легковушки могут заезжать, но опять же мы понимаем, что такое это крошка, это срезанный асфальт фрезой. Это же не... Это не асфальт для того, чтобы по нему постоянно ездили. Там. Ну, один раз, второй раз можно проехать, да, но когда, если будет масса машин ездить, она просто придет в негодность. Мне кажется, что там все ж таки будут постоянно ездить, Юрий Борисович. Ну, посмотрим. По крайней мере, мы попросили смотрителя кладбища, чтобы ограничил въезд машин на территорию кладбища. Я еще раз хочу повторить, что кладбище небольшое. Там есть очень большая площадка перед въездом на кладбище, где есть оставить машину. Пройти пешком 2 минуты буквально, я думаю, не составит труда. На свіжому повітрі. Так, на свіжому повітрі. Михайло Анатолійович, будь ласка, зараз Юрій Борисович зауважив, що ваші люди працюють і день, і ніч будуть працювати, і багато роботи вже було приділено. Але що ще залишилось? Ну, впереді субота з так називаємою сіночною, коли персонал нашого підприємства і привлечені рабочие, а это их число в этот день будет доходить до 40 человек, будут работать всю ночь для того, чтобы на утро кладбище встретило первых людей, пришедших помянуть своих близких, в состоянии близком к идеальному по чистоте. То есть мы уберем весь мусор. Дело в том, что иногда возникали такого рода коллизии, когда вот люди говорят, вот, допустим, был на кладбище, вот мусор, куча. Конечно, там будет куча мусора, поскольку как только установилась хорошая погода, любое николаевское кладбище начинает генерировать этот мусор. Приходят люди, убирают на своих местах захоронения своих близких. И сметя... Да, и хорошо, если мы имеем дело с сознательными николаевцами, которых большинство. Вот, и они упорядоченно это делают и облегчают нам вывоз и утилизацию этого мусора. Но бывают и примеры и вандализма, и неряшливости элементарной, которая затем выливается в наши лишние, как бы, затраченные силы. А вандализм, вы сказали, в чем он проявляется? Дело в том, что вандализм, ну, это понятие для меня делится на несколько частей. То есть, если, к примеру, человек ворует оградку, то это не вандализм, это кража, хотя по идее, то есть он как бы поступает как вандал. А может просто быть и пьяная компания валить памятники, либо ломать их, либо делать еще какие-либо вещи, приводящие к разрушению надмогильных сооружений. Ну, это тоже вандализм, так? Ну, наверное, да. У нас є питання від глядачів. Давайте послухаємо і потім продовжимо. Алло, алло, ви в ефірі? Будь ласка. Алло, добрый день. Добрый вечер. Я вчера была на кладбище в Октябрьском. Там полностью жгут мусор. Пройти невозможно. Как это можно объяснить? Все горит дымом, хоть одевай противогаз. Спасибо вам за запитание. Будь ласка, Михаил Анатольевич. Ну, я не совсем понял, о каком именно кладбище идет речь. У нас два кладбища. Это старое Корабельное на Жуковском кольце и в районе села Балабановка. В обоих местах наш персонал мусор не жжет никогда. Но и там на Жуковском кладбище есть участки, где мусор сваливает население. Этот мусор бытовой, к нашему предприятию отношения не имеющий. И, скорее всего, он и подожжен. Кроме того, асоциальные элементы, иначе называемые бомжами, зачастую производят поджоги кладбищенского мусора для того, чтобы выжечь и использовать для сдачи на металлолом проволоки, которые входят в состав венков и прочих предметов ритуальной атрибутики. Ну, я, может, еще добавлю немножко. А кто может реагировать, если что-то горит на кладбище? Естественно, наша служба МЧС реагирует на эти все события. Надо вызвать просто службу МЧС. Что касается еще пожаров на кладбище, то есть, также просьба горожанам, которые убирают свои могилки, не надо спаливать мусор. У нас специально работают там бригады, у нас есть техника. Складывайте его там на кучки, там бригады наши уберут, и техника вывезут этот мусор. Никто полить действительно, как сказал Михаил Анатольевич, из наших работников, либо из привлеченных работников. Михаил Анатольевич не сказал об этом, что кроме работников предприятия коммунального, мы еще привлекаем работников на одноразовые работы. Нам и Центр занятости помогает выделять людей, плюс Михаил Анатольевич договорится с различными предпринимателями, предприятиями, чтобы выделяли людей на уборку. Естественно, это все работы оплачиваются, на это деньги есть, в городском бюджете были выделены там. То есть они все предупреждены, наши работники и привлеченные, никакого там жжения и паления мусора не должно быть. Друзья, вибачте, у нас снова звонок, а потом продолжим. Алло, вы в эфире? Добрый вечер. Алло. Алло, добрый вечер. Я хочу спросить у зам городского головы Степанца. Будь ласка. Я живу на первом КП. Скажите, пожалуйста, почему к кладбищу воинской части не ходит ни одна маршрутка? Ни с Лесков, 33-й отменили уже больше года, и не 79-й. А ездит один 63-й, два штуки две маршрутки всего. Ну, зараз Юрий Борисович. Помогите нам, пожалуйста, помогите. Юрий Борисович, да, будь ласка. Ну, это отражает картину в целом по городу. Вы знаете, что в городе на сегодняшний день у нас проблема с перевозками в целом по городу. Все прекрасно знают, что перевозчики требуют повышения тарифа. Пока городская власть не идет на их требования, на уступки по этим требованиям. Поэтому резко снизилось количество машин на маршрутах. Особенно на маршрутах, которые не по центральному магистральному проходят. В том числе и кладбища. Действительно, я выезжал на тех выходных с Михаилом Анатольевичем, делали объезд. Было много жалоб, что 79-й не ходит, что люди не могут добраться действительно, чтобы убрать могилы. Хочу сказать, что, конечно, кратковременно мы этот вопрос решили по транспорту. На проводки будет транспорт ходить в полном объеме. Больше 400 машин будет задействовано на перевозках людей на кладбищах. Самую поминальную неделю, так? Да, поминальную неделю. 22 маршрута созданы специально для того, чтобы доставить людей на кладбище. То есть на поминальный день проблем не будет, я надеюсь. Созданы рабочие мобильные группы, диспетчера, будут на конечных, диспетчера и работники мэрии будут обязательно там. То есть на поминальный день проблем не будет, но, к сожалению, на сегодняшний день, да, картина такова, что в целом в городе, да, проблема на сегодняшний день, что с перевозками, поэтому людям, естественно, тяжело добраться, и некоторым невозможно добраться. Я приношу свои извинения, но надеюсь, что сдвинется наконец-то с мертвой точки этот вопрос, и мы будем купим эти автобусы, да, вот, угу, уже на выходе. У нас новый звонок. Алло, алло, вы в эфире. Мы вас чуем, алло. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер, вы в эфире. Я хотела вам задать вопрос. В понедельник мы были на кладбище, в 26-й сектор. Мусора вывезли, но все, весь мусор по полу. Должен кто-то подбирать это или нет? Мы приехали в памятник, все в мусоре, все в грязи, с машины падало, и вся дорога, 26-й сектор, вся повністю в мусорі. Будь ласка, яке кладовище? Кладовище, вот Водопойська, Мішковка. Угу. Михайло Антонович. 26-й сектор. Будь ласка, це... Потом еще вопрос у меня. Я уже обращалась к вам, звонила в прошлом году. Вот эта дорога, которая идет, где похоронен прямая, где поворачивает 45-й маршрут, там сделана дорога, немножко недоделана дорога. Я просила, хотя бы засыпали каким-то щебнем. Ведь люди едут, мы старики, мы не можем пройти, там постоянно колея. Уже с нами, мы бы уже несли какие-то деньги, чтобы это сделали. Как нам быть? Там такая колея постоянно, где ниже, там, где похоронен отец Чайки. Так, мы зрозуміли ваше питання. Будь ласка, давайте его разделим на две. По поводу мусора. Ну, любой грузовик, если он едет, то с него может сыпаться мусор. Мусор подбирается. Этот процесс идет уже третью неделю, и он завершится в воскресенье утром, и будет чисто, в том числе и там, где уважаемая зрительница видела его. Ну, рабочий процесс, а как делать, чтобы вообще ни соринки не падало, это невозможно, мы не в лаборатории. Но касательно... то вы следкуете за ситуацией? Ну, конечно, конечно. То есть, сейчас, если поехать, сейчас тоже можно много мусора увидеть, потому что по-прежнему, а завтра будет еще больше мусора, люди выйдут убирать и завтра, целый день это будет длиться, наша задача этот мусор подбирать и вывозить, но он будет снова появляться, и именно поэтому мы остаемся на ночь для того, чтобы утром мусора не было вообще. И он снова начнет появляться. Вот так, то есть десятки тысяч людей приходят, поэтому... И другая половина питання. Департаментом ЖКХ была выделена техника для градирования, то есть выравнивания колейных дорог. Я думаю, что та дорога, которую уважаемая зрительница увидела, которая не понравилась по колейности, я примерно понимаю, где это, я думаю, что мы ее подровняли. І, друзі, чи існують чіткі правила, положення, якими ви керуєтесь при впорядкуванні кладовищ? Як фінансуються ці роботи і чи вистачає грошей? Але все ж таки у нас знову питання, і я думаю, що, по-перше, почуємо глядачів. Алло, ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Михаил Анатольевич, у меня к вам вопрос. Да. Я в прошлом году к вам обращалась, первый военный сектор, возле синей калиточки, вы знаете, где это? Синяя калитка, да, в заборе. Да, да. Вот, там всегда мусор. Мы уже своими силами навели там порядок. Полностью очистили площадку за нашей оградкой. Но там все равно люди складывают мусор. Теперь уже не возле нас, а чуть дальше, но все равно гора там. Туда тяжело подобраться, я понимаю. Ну как-то надо этот вопрос решить. Мы все вывезем. У нас в прошлом году был спор с журналистом одного из интернет-изданий на предмет того, что они приедут и не найдут ни одной мусорной кучи на кладбище. Мы этот спор выиграли. Я надеюсь, что в этом году наш класс не упадет. А касательно сноса людьми мусора, но опять-таки мы не можем за всеми уследить, кто и где его складывает. Будем вывозить. Кстати, вопросы, связанные с вашим вопросом, да, как профинансированы, да, чем пользуются. В этом году, как никогда, слава богу, вовремя был отыгран тендер. Михаил Анатольевич выиграл этот тендер, вернее, предприятие, которое возглавляет, да, Михаил Анатольевич. Поэтому финансово они обеспечены, поэтому ничего нет, чтобы препятствовало тому, чтобы навести действительно порядок к поминальному дню, к воскресенью, чтобы люди приехали, не было ни этих, ни куч, ни мусора, ничего. То есть я надеюсь, что предприятие свою задачу выполнит в полном объеме, и людям действительно не будет стыдно посмотреть в глаза, как предприятие работает и ухаживает за кладбищем. У нас снова звонок. Алло. Алло, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, еще раз за кладбище в Октябрьском на Жукова. 2 раза въезжала 16-й сектор, крайняя оград, могила. Похоронен полковник Черниченко УВД. 2 раза въезжала машина в оградку, ломались. Сейчас были поставлены столбики. 4 столбика, все свалены машиной, поломаны, с бетоном вырваны. Как быть в таком случае? К кому обращаться и что делать? Опять восстанавливать? Как поступить? Ну, обращаться к администрации кладбища по поводу таких вопросов. То есть проезды по кладбищу в силу их узости, захоронение зачастую сопровождается такими вещами, как повреждение оград, либо препятствий в виде столбиков, камней и прочего. Ну, тут как бы ситуация, обращайтесь. Ну, вообще, чем конечно, сможем, поможем, если что. Тобто звертатись до администрации кладовищ, да? Да, и в целом хотелось бы, конечно, обратить внимание вообще на культуру поведения наших горожан некоторых. К сожалению, видите, это не только на кладбище творится. Посмотрите, те же остановки новые подделали, уже разбили, взяли, да? Либо там какие-то те же мусорные баки. Ты же кому-то в голову приходит тащить там через полгорода мусорный бак, чтобы выкинуть его в речку через мост, там перекинуть его там. Поэтому, конечно, хотелось бы больше культуры от самих горожан. Там, если он действительно видит, что там стоят столбики, зачем их сносить, выносить, чтобы лишь бы на 2 метра ближе проехать, если можно оставить машину, пройти пешком. Ну, якщо не залишили машину, то і бачать зруйновані стовпці, то можна звертатись до адміністрації кладовища. Так, ну, і в міліцію можна дзвонити. Або в поліцію. Так, у нас знову дзвінок. Алло. Алло, ви в ефірі. Добрий день. Добрий вечір. У меня вопрос к администратору нашему городскому. Дело в том, что у меня жена похована в Весняном, на новом кладбище. Вы понимаете, добраться... Автобус ходит только до этой самой заправки, и там километров 4, не знаю, 5 пешком идти. Я пожилой человек, тем более с вещами, там, и с венками, идти очень далеко. Нельзя ли сделать маршрут вокруг Весняного с выездом на трассу, это самое. И там кусочек грунтовки дороги от трассы до... старого кладбища Весняного. Как-то сделать или хотя бы проравнять, пока пусть не делать дорогу, но грунтовку выровнять хорошо, чтобы была более-менее проезд. Спасибо за ответ. Спасибо за, спасибо за вопрос. К сожалению, это не зона ответственности городской власти. Вы знаете, Весняное – это не территория города Николаева. Это питание облдержадминистрации. Да, я советую нашему телезрителю обратиться в управление инфраструктуры, которое отвечает как и за перевозки пассажирские, так и за состояние содержания дорог. То есть надо обратиться в управление инфраструктуры областной администрации, чтобы действительно там создали хотя бы на те же поминальные дни этот маршрут, который бы подходил бы к самому Весняному, и привели в порядок этот кусочек дороги, который подходит к кладбищу. Если было бы, конечно, на территории города, то мы бы меры приняли, но мы, к сожалению, не имеем права тратить городские деньги на те объекты, которые нам не принадлежат. Это не наш объект, к сожалению, мы не можем ничего здесь делать. У нас снова звонок. Алло, алло, вы в эфире. Алло. Алло, вы в эфире. Добрый день. Добрый вечер. Я хотела тоже задать вопрос по поводу транспорта. 63-й маршрут и 79-й ездил на кладбище. Вот мы добираемся, мы живем на Намыве. Вот у нас погиб сын, и мы очень часто к нему ездим. Сейчас 79-го маршрута вообще нет, 63-й. крайне редко. Один или две машины, больше нет. Нельзя ли как-то, вот 45-й маршрут, он идет в другую сторону, а сделать вокруг, чтобы вот как с выезда с Николаевой через военную часть бывшую, вот он ехал туда. Потому что невозможно добраться на кладбище. Едем 31-м в Дубки и потом пешком. Очень долго идти, а ноги больные. Ми вже підіймали це питання, але давайте повторимо. Я сказав, що в цілому є проблеми з транспортом в місті. Мы надеемся, вы знаете, что депутатами городского совета была принята программа, называется она там «Стала міська мобильность», так называемая программа, которая предусматривает несколько направлений, в том числе это оптимизация маршрутов и определение количества машин на этих маршрутах, какой вместимости должны быть машины. Естественно, я так понимаю, что мы должны в этом году уже получить результат по этой оптимизации, уже будет строиться маршрутная сеть, городская сеть транспортная в соответствии с этими рекомендациями. Я надеюсь, что в этом году все эти, естественно, вопросы будут отработаны и будут ходить нормально транспорт, и так, как хотят наши жители. Кстати, хочу также обратиться к жителям, пользуясь возможностью. Сейчас компания «Плюс С», победитель этого тендера по разработке, по внедрению этой программы, по разработке, они будут проводить опрос среди населения. То есть, поэтому активно участвовать в этом опросе. Будут изучаться вопросы, в первую очередь, куда ездят больше горожане, какая потребность, с какой частотой, с какой регулярностью. На основании опроса населения уже будут разрабатываться новые городские маршруты и определяться, сколько транспорта надо на этот либо на иной маршрут, там, с учетом пассажиропотока, который будет также изучен. Там. То есть, пожалуй, активно участвуйте в ответах на эти запросы, вопросы, и чтобы мы уже определились, на какие нам надо маршруты и сколько транспорта на эти маршруты. У нас новый звонок. Алло. Алло, вы в эфире. Алло. Алло, да, добрый вечер. Да, здравствуйте. Это Токовенко Олег Васильевич. У меня вопрос к Трофанюку Михаилу Анатольевичу. Здравствуйте, Михаил Анатольевич. Добрый день. Да, вы помните меня. Вынесено решение суда по поводу перезахоронения гражданина Требушевского, захороненного в могиле моей матери 3 года назад. Решение суда говорит о том, что будет перезахоронен, должен перезахоронен быть гражданин Требушевский. Скажите, пожалуйста, вы будете перезахоронять, выполнять это решение суда, или будете подавать апелляцию на это решение? Токовенко, мы не будем подавать апелляцию на это решение, мы полностью согласны с решением суда, вы мою позицию должны помнить, что от решения суда зависят наши действия, поэтому наше КП выполнит все, что необходимо в этой ситуации. Можливо, у глядача питання, коли ви виконаєте це? Токовенко, або ми вже не слышимо, да? Він нас чує, але там должно прибыть к нам, насколько я вижу сейчас ситуацию, должно прибыть уполномоченное лицо, тоже Токовенко, для того, чтобы с нами пообщаться, чтобы все согласовать. Вот так, там есть, насколько я понял, согласительная позиция между теми, кто захоронился, нарушив права предшествующего владельца места для захоронения. Поэтому к нам бы хоть бы кто-то пришел или позвонил. То есть вот сейчас Токовенко в эфире появился, я буду рад видеть у тебя в офисе в любое время. Ну, если в эфире, то тогда, возможно, и у знает, где у меня офис, знает мой мобильный телефон, как бы без проблем. У нас снова звонок. Алло, мы в эфире. Добрый вечер. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. Я хочу поблагодарить, поздравить с праздниками наступающими администрацию кладбища. Большое спасибо, как для участников войны, ветеранов делают все, ребята. Все, что зависит о культуре поведения, там и мусор, и все, это только от людей. Администрация и охрана, и уход. Ну, просто замечательные люди. Спасибо вам большое. Благодарю вас за хорошие слова. Спасибо. Дуже спасибі вам. Дуже приємно чути слова вдячності. Тим більше є за що їх чути, так? І мені хотілося б ще підняти одне важливе питання щодо того, коли у нас з'явиться нове кладовище. Чутки про нього йдуть давно вже, але поки що... Юрий Борисович, будь ласка. Ситуация на сегодняшний день такова. Что мы имеем? Мы имеем сегодня решение городского совета о выделении земельного участка предприятию, коммунальному предприятию, которое возглавляет Михаил Анатольевич. Есть выделены деньги на строительные работы в первую очередь. У нас там разбито несколько очередей. Есть проект, проект сейчас находится на доработке, на корректировке, правильно так будет сказано. Но надо учитывать у нас позицию городского головы. Вы знаете, что у Александра Федоровича позиция – это все-таки, чтобы то место, где определили строить новое кладбище, чтобы все-таки осталось промзоной, поскольку она действительно привлекательна для промышленников. Там проходит и газопровод, и проходят и высоковольтные линии, Юрій там рядом железная дорога. Да. У нас есть звонок, давайте почуємо и потом дуже коротко. Хорошо. Добре? Алло, вы в эфире? Да, добрый вечер. Добрый вечер. Алло. Алло, добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер, я слушаю. Я вот хочу задать такой вопрос. Вот сказали, на конечной остановке останавливаются маршрутки, 45-й номер меня интересует. Где у нее конечная остановка? Вы имеете в виду в районе кладбища, где конечная остановка? Нет, вот с города, с города. Намыв и воинская часть у нее конечная. Намыв, воинская часть. А? На Намыве. Аж на Намыве, да? Да, в прошлый раз было возле сказки, я пришла к сказке, нету. Пошла на рынок, там тоже нету. А где конечная? Она идет с Намыва и идет до воинской части на кладбище. А, с Намыва, да? Да, да. Да, все, спасибо. Спасибо, Юрий Борисович. Будь ласка, тоже про да, продолжим по новому кладбищу. Поэтому у городского головы свое видение немножко этого вопроса. Он все-таки ищет альтернативный участок. И я знаю, что у него уже есть этот альтернативный участок. Там сейчас проходят процедуры переговорные, чтобы все-таки сохранить промзону, перенести кладбище там, на тот альтернативный участок, который будет удобен и горожанам, и город не будет окружен со всех сторон кладбищами. Поэтому я думаю, что в любом случае в этом году мы начнем эти работы по новому кладбищу, потому что действительно предприятие Михаила Анатольевича сейчас находится в цейтноте, у нас не так много мест для захоронения горожан. И также хочу сказать, что городской голова также думает над вопросом все-таки строительства крематория. То есть, возможно, в Николаеве будет и крематория. Ну, я не думаю, что с этим будут задоволені миколаївці. Ну, я скажу сразу, что это будет не на территории города. Это будет за пределами города. Ну, не на території. Михайло Анатольович, а будь ласка, ви єдине підприємство комунальне, що ви в такому цепноті знаходяться, або у вас є помічники? Ну, ви маєте в виду, яка ситуація в інших областях України? Так. Дело в том, что проблема с местами для кладбищ, мы с ней как бы не в одиночестве находимся. Звичайно, это проблема у всех мегаполисов. Но мы, к сожалению или к счастью, не мегаполис, у нас есть эта проблема, надеюсь, сейчас она в кратчайший срок разрешится. Касательно схожих проблем в других областях, ну, если взять, допустим, Киев, вот вы говорите, что крематорий не порадует Николаевца, но он, в принципе, же не цирк, чтобы радовать. А вот, к примеру, в Киеве на долю кремации приходится порядка 90% захоронений. В силу, во-первых, дешевизны ее и, во-вторых, доступности. Ближайшее открытое кладбище в Киеве находится в 40 километрах от города, и это довольно проблематично. В Украине 3 крематория, это Киев, Одесса и Харьков. И, соответственно, если в Киеве доля кремаций подавляюще больше, чем обычные захоронения, то в Одессе, в Харькове и, прошу прощения, в Днепропетровске, там она составляет там, порядка 15%, 12%. Но она будет неуклонно расти. В любом случае, то есть крематорий, если он появится в какой-то момент, то он без работы, ну, человек смертен, он не останется. Хотя и место для обычного традиционного кладбища, конечно же, необходимо. Если даже, да, в рамках этого вопроса, хочу сказать, что это прекрасно все понимают, что все города действительно находятся как бы в цейтноте, что земли становится все меньше городской. Естественно, кладбища, к сожалению, не уменьшаются, они только растут у нас. Поэтому сейчас Кабинет министров, кстати, внес предложение в Верховную Раду о внесении изменений в законодательство, которое разрешит подзахоранивать на те могилы, которые уже 20 лет там, никто ими не пользуется. То есть не ухаживает никто, так скажем, брошенные бесхозные машины. То есть, возможно, еще внесут изменения, что даст возможность еще подзахоранивать те могилы, которые брошенной более 20 лет. Друзі, спасибі вам, що ви були у нас спасибо в ефірі, але, на жаль, час на, можливо, і до, к щастю, наш ефір вичерпано час, і тому я нагадую, що у нас в студії були заступник Миколаївського міського голови Юрій Степанець і директор комунального підприємства «Миколаївська ритуальна служба» Михайло Трофанюк. Ми працювали в прямому ефірі. На все добре.